Покажу вам сегодня вот такую красоту в огороде. Не успела срезать лук. И вот такая вот банда заселилась на этот лук, пьет нектар, собирает. Ну, мы их называем бабочки-капустницы. А капустницами их называют, потому что они в основном яйца откладывают на листах капусты. И живут они очень-очень недолго. Вот такие вот они красивые. Сейчас попробую настроить фокус, как пьет нектар бабочка. Вот она ищет своими носиками. Вернее, одним хоботком. Ищет нектар. Вот, как видите. Интересно, проверяет цветок весь хоботком. Вот такие они необычные, красивые. Хотя встречаются везде. Особенно по дороге, где лужи, вот влажно, где можно их встретить прям целыми группами. Тоже практически на каждом цветочке бабочки эти. Собирают нектар. Очень интересно наблюдать за ними. Так летают. Летают, улетают, прилетают. И обратно. Вот, а среди них какая-то, не могу понять, вообще необычная. Смотрите, с этой стороны. Вот на камеру так не передается. С этой стороны крылья как будто бы прозрачные, а с той стороны яркие. И она не такая, как те бабочки. Вот она даже, видите, в сравнении, вот та бабочка. Вот, поймал фокус. Какая-то необычная прям маленькая. Видите, какие бледные-бледные полосочки. Вот прям рядом с ней сейчас сравнение. Другая бабочка. Она и крупнее. И полоски у нее больше, ярче. А это, ну, видимо, как и у людей, бабочка альбинос нам попалась. Какая-то белая. Капустница альбинос.
Вот еще прилетел один обитатель нашего огорода. Пчелка. Пчелка Майя. Все, улетела. Спугнула. Вот такая красота. Вот такое сегодня необычное, яркое видео у нас на улице, в огороде. А вот, смотрите, еще прилетела к нам бабочка-крапивница. Вот такая красивая. Крапивницами, кстати, может быть, кто не знает, их называют, потому что когда они находятся в стадии гусениц, они в основном питаются побегами крапивы, гусеницы. Поэтому их так и назвали. Ой, улетела. Спугнули. Они более пугливые, они не такими грубками стаями садятся на цветочки. Поэтому... если еще прилетит, я еще ее поснимаю. На этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих видео.